Всем хай, народ. Короче, это гайд на то, как пополнить ваш Steam кошелек с помощью сайта KupiCode. Собственно, это не реклама данному проекту, просто помощь вам. Надеюсь, поможет. Насколько мы знаем, что с недавнего времени Kiwi банк закрыт. По некоторым соображениям Центробанка, не будем входить в эти подробности, но, в общем, метод рабочий, новый, теперь будем пользоваться этим. Ну, геймеры, по крайней мере. Короче, ладно, меньше воды, больше дел. Собственно, KupiCode. Достаточно интересный сайт, я так маленько посмотрел, что к чему. Комиссия, сразу скажу, со 100 рублей составит у вас 122 рубля. То есть, если вы хотите перекинуть на Kiwi кошелек, на Steam кошелек, простите, 100 рублей, то вы заплатите 122 рубля. Да, комиссия не маленькая, но на том же Kiwi кошельке она была тоже такая не кислая, но вроде чуть поменьше. В общем, заходите здесь, регистрация достаточно простая, либо через Telegram, либо через ВКонтакте свой профиль. И здесь вводите определенную сумму. Допустим, вы хотите вывести на Steam кошелек, пополнить его минимальную сумму. Возьмем 100 рублей в нашем случае. Так, давайте проверим, сколько сейчас у меня денег на моем Steam аккаунте. Как мы видим, 272 рубля. Сейчас мы просто с вами закинем, грубо говоря, 100 рублей. Также здесь есть определенные свои фишки, бонусы и прочее. Если хотите, можете поизучать, кому интересно, покупать игры. Но суммы здесь отличаются от стимовских. Я лучше советую, конечно, чисто закидывать деньги. Ну, вот. В общем, давайте оплатим 122 рубля. Это 22 рубля комиссия. Карты. Здесь карты принимаются как Visa, MasterCard и карты Мир. Здесь, собственно, все очень просто. Здесь вы вводите просто свой логин от вашего Стима. Не никнейм, не забывайте, а именно логин. Так. И нажимаем оплатить просто. Все просто. Далее вас перекидывает вот на такую страничку. Можете оплатить по СБП, либо банковской карты. Сейчас я оплачу, введу все реквизиты, и мы посмотрим, насколько пополнился наш Steam кошелек. Ну, собственно, я скажу так, сразу предупрежу, что пополнение здесь Steam кошелек происходит в течение 2-15 минут. Да, намного дольше, чем было через Kiwi. Итак, я произвел платеж, и сейчас возвращаемся в наш Steam. У нас было на счету 272 рубля. Ждем, как я и говорил, могут быть небольшие совсем задержки. Также хочется еще сразу сказать, что здесь на KupiCode не обязательно ваша регистрация. То есть, если вы скачаете приложение на телефон, вы можете просто не зарегистрировавшись, также оплатить, закинуть деньги на ваш Steam кошелек. Так, ну, прошло где-то буквально 2 минуты, давайте зайдем на наш Steam. И как мы видим, да, у нас баланс 371 рубль. То есть наши уверенные 100 рублей сюда пришли. Но с нас взяли, давайте, 22 рубля в самом KupiCode, и здесь 1 рубль. Ну, потери от 100 рублей, то есть где-то составило 22,5, ну, 23 рубля, грубо говоря. В общем, если понравился такой вот гайд, ролик, не знаю, палец вверх, подписка на канал и комментарий. Да, все. До новых встреч, пока.